Приветствую вас, и знаете, если применить к вашему вопросу психоанализ, то можно заключить, что мужчина сам испытывает проблемы с лишним весом, сам комплексует по поводу своего внешнего вида и сам до сих пор один. И именно потому, что его волнуют подобные вещи, подобные аспекты, то есть свой внешний вид, свой вес и своя личная жизнь, он говорит об этом вам, через вас, пытаясь выпустить свою негативную энергию, пытаясь сравнивать вас с собой, чтобы за счет вас же самоутвердиться. То есть, с точки зрения психоанализа, мужчина, имея собственные проблемы, видит их везде, во всех людях. Особенно в тех, которые имеют для него какое-то значение. Особенно в тех, которые были очень близко к нему. Вполне вероятно, как вам и сказали, что мужчина достаточно тяжело переживал ваш разрыв, уход, для него это было ударом. Ударом не только моральным, с точки зрения, ударом не только в том плане, что он потерял близкого, родного и любимого человека, но и в том плане, что это был существенный удар по его самолюбию, как мужчины, да, так и по гордости, так и по собственной самооценке, по чувству собственной привлекательности, по ощущению востребованности и так далее. И мужчина пытается за счет вас, по сути дела, самоутвердиться. То есть не нужно воспринимать его слова как что-то направленное на вас, как что-то, являющееся объективным замечанием относительно того, как вы выглядите и какая у вас сейчас жизнь. Уверен, что он не имеет об этом ни малейшего представления, поскольку вы не общаетесь, а он, судя по его поведению, достаточно эгоистичен, чтобы интересоваться вами. Но вот когда он смотрит на ваше фото, у него есть болезненное ощущение, что вы можете наладить свою жизнь, а он нет. Он очень сильно боится, что вы будете более удачны, чем он, более успешны, чем он. И поэтому он пытается вас так задеть, чтобы вселить в вас неуверенность в себе, чтобы дать вам понять, что вы хуже, чем он, и возвысить себя за счет вас. Я думаю, что именно так можно расценивать слова мужчины. То есть через них он, по сути дела, раскрыл свои собственные проблемы, свои проблемы, а не ваши, как вы, я надеюсь, понимаете. Исходя из этого, можно лишь только заключить, что у вашего молодого человека проблемы, у него наблюдается фрустрация, неудовлетворенность жизнью. Возможно, обострилось неприятие самого себя, комплекс по поводу внешнего вида и личного веса, и сомнение в своей успешности, сомнение в том, что он сможет реализоваться как мужчина, возможно, как отец и так далее. Я бы сказал так, что через какое-то время мужчина вполне возможно попытается с вами сблизиться. Вот вам, наверное, сейчас это кажется невозможным, нереальным, но очень может быть, что так все и будет. Мужчина попробует с вами сблизиться, потому что поймет или будет надеяться на то, что вы едва ли не единственная женщина, которая может его принять.
принять таким, какой он есть. И весь вопрос в том, готовы ли вы к тому, чтобы это сделать. Готовы ли вы к тому, чтобы его принять. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.